Всем привет! Если в твоей новостной ленте бесконечные фотографии с розовыми сердечками и огромными букетами, то предлагаю отвлечься и посмотреть специальную подборку новостей от команды профессионалов Универньюз. С тобой я, Дарья Миронова. Смотри сегодня. Юмор, победа на сочинском фестивале и, конечно же, планы на ближайшее будущее. Об этом не только говорили на пресс-конференции клуба веселых и находчивых. В чем секрет вечной молодости? Медики КФУ раскрывают тайны стволовых клеток и популярных звезд. В Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась пресс-конференция клуба веселых и находчивых. В этот день спикеры рассказали о планах на ближайший год и, конечно же, об успехе команды «Казань» на сочинском фестивале «Кивин-2017». Как это было? Смотри в сюжете Дианы Шиловой. Во вторник, 14 февраля, в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась пресс-конференция клуба веселых и находчивых Республики Татарстан. В роли спикеров в этот день выступил Андрей Леонов, Антон Слакаев и Михаил Марфин. Клуб веселых и находчивых Республики Татарстан был создан в 1994 году. Сегодня КВН является одним из активных участников молодежного движения в республике. Под руководством Международного союза КВН и АМИК работает клуб веселых и находчивых Республики Татарстан. Друзья, у нас сегодня очень знаковое событие. 23-й сезон Республиканского клуба веселых и находчивых. 22-й открытый телевизионный фестиваль. Мы, подготавливаясь к этому событию, пытались подсчитать вообще, а сколько КВНщиков. То есть разные цифры гуляют в разных изданиях, на телевидении. Мы говорим. Но если говорим об официальных цифрах, то это порядка 300 команд официально. Но если взять всех тех, кто играет в школах, те, кто играет в вузах, те, кто играет в городах и районах республики, это более 800 команд, это где-то 15 тысяч. В этом году Республику Татарстан на ежегодном 27-м международном фестивале команд КВН «Кивин-2017», который проходил в Сочи, представляли 10 команд, 3 из которых получили повышенный рейтинг. А команда «Казань» завоевала Кубок чемпионов Центральной лиги Международного союза КВН. Взрывной момент, когда команда чемпион Лиги Поволжья, команда «Казань» выиграла Кубок чемпионов Центральной лиги. Вы знаете, вот давно я не испытывал вот этого чувства такого гордости за наш КВН, за команду, которая просто действительно просто пополам разорвала этот зал, да, и просто сделала так, что вариантов у жури не было. Кто победил? Не было конкурентов. Да, конкурентов. А это ведь самые сильные лиги. То есть они победили чемпионов всех самых сильных лиг. Команды республики каждый раз показывают достойные результаты на арене международного фестиваля юмора, завоевывая все новых и новых поклонников. В этот день не обошлось и без обязательной части КВН на разминке. Участники сочинского фестиваля продемонстрировали свое мастерство, тем самым подняли настроение не только спикерам, но и гостям пресс-конференции. Стоит отметить, что вечером 14 февраля, в День всех влюбленных, в КСК «Уникс» пройдет гала-концерт КВН Республики Татарстан. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. Лечение серьезных патологий при помощи методики стволовых клеток становится все популярнее. Нашей съемочной группе удалось выяснить, зачем Ксения Собчак сохранила стволовые клетки своего ребенка и в чем разница между Анджелиной Джоли и жительницами Татарстана. Ответы на эти любопытные вопросы ты узнаешь прямо сейчас. После официального принятия федерального закона об охране здоровья граждан в Российской Федерации, Казанский университет начал работу над созданием новейшего трансляционного цикла. Речь идет не только об исследовательских центрах для фундаментальных исследований, но и о центре клинических исследований. А что касается новейших проектов, то в настоящий момент ученые КФУ уже трудятся над проектами нейрореабилитации, фармакогеномики и проектами по использованию стволовых клеток для лечения ряда заболеваний. Данные проекты уже находятся на стадии реализации. Основная помощь – это трансплантация кровотворных стволовых клеток, потому что если свои клетки при наработке новых клеток крови, сбился алгоритм, например, больше лейкоцитов вырабатывается, это уже лейкозы какие-то, то надо, значит, соответственно, вот весь этот росток кровотворный убить, но когда ты убьешь кровь, клетки крови не будут появляться, и, значит, надо посадить новые.
Этот проект является действительно целостным. Сюда вовлечены не только медики, но и специалисты от фундаментальных биологов до физиков, химиков, айтишников. В этом заключается уникальность проекта. Возвращаясь к вопросу о стволовых клетках, стоит отметить, что в Казанском федеральном функционирует биобанк для работы в области клеточных технологий. И теперь крайняя степень заблуждений вокруг вопросов о стволовых клетках однозначно исчезнет. Но мы занимаемся сохранением стволовых клеток, выделенных из пуповины крови. Пуповина крови забирается сразу после рождения ребенка. Образец силами наших сотрудников привозится в биобанк, выделяется концентрат стволовых клеток. Образец проходит частичное обследование, подготавливается к замораживанию, замораживается, закладывается на карантинное хранение. Немаловажно то, что доступная возможность сохранить свои стволовые клетки есть у каждого. Данная услуга является коммерческой, но не очень дорогой. При условии, что образец стерильный, мы готовим документы, только после этого происходит оплата. То есть авансов предоплаты вносить ничего не нужно. Сумма основного договора 39 500. Сюда входит привести пуповинную кровь в лабораторию, выделить концентрат, провести полное обследование и первый год хранения. Медики и ученые Казанского университета утверждают, в мире действительно есть такие проблемы, решение которых невозможно без стволовых клеток. К примеру, известная телеведущая Ксения Собчак решила сохранить стволовые клетки своего ребенка, которые, безусловно, еще могут быть полезны. Она правильно это сделала, потому что, так сказать, после рождения ребенка, когда ребенок родился, плацента еще не отошла, в плаценте, после отсоединения ребенка от плаценты, до 200 мл крови ребенка. Но концентрация стволовых клеток кровотворных вот в этой плацентарной крови, она такая же, как в красном костном мозге. Вопрос о геномике также переживает бум во всем мире. Известно, что в каждой клетке в ядре записана генетическая информация обо всем. Здесь важно выяснить, какие гены работают, чтобы выявить необходимую информацию. Яркий пример тому – история известнейшей актрисы Анджелины Джоли. Актриса пошла на мастектомию, чтобы избавить себя от аномалий генов в клетках, спасая свою жизнь от встречи с онкологией. И, кстати, совсем недавно Республиканский онкологический центр провел с помощью КФУ масштабное обследование жительниц Казани. И когда их проверили на носительство этого дефектного гена, то оказалось, у казанских женщин таких дефектов мало, в отличие от американцев и европейцев. Но опухолей все равно много. Разгадка в генах. На сегодняшний день ученые и исследователи КФУ уже прилагают максимум усилий, чтобы ответить на этот большой глобальный вызов. Аделя Шамилова, Ленар Давлетьяров, Универньюз. Скоро школьники в Центре изучения китайского языка Елабужского института КФУ научатся писать, читать и говорить по-китайски. Наша съемочная группа заглянула на уроки китайского и узнала, как проходят занятия. В Центре изучения китайского языка Елабужского института КФУ прошли первые уроки цикла занятий для школьников. Обучать китайскому будет носитель языка, доцент Хуняньского университета Ли Джиньвэнь. Я люблю Елабужский университет и все преподаватели, и все студенты. В скором времени география открытых уроков расширится. Школьники многих городов Татарстана получат возможность посетить подобные занятия. Очень интересное занятие, очень много нового узнала. И действительно, раньше думали, что китайский язык очень сложный, но учитель очень доступно, понятно, очень интересно объясняет. Как окно в мир Китая, Центр изучения китайского языка Елабужского института КФУ должен помочь студентам и школьникам разных национальностей узнать больше о культуре и истории Китая. Важно отметить то, что со следующего года Елабужский институт начинает набор на новый профиль подготовки перевод и переводоведения направления лингвистика, где студенты помимо английского языка будут изучать и китайский как второй иностранный. Наша цель снять у детей некий страх перед китайским языком, показать, что изучение китайского языка – это возможно, это интересно. Анна Глазунова, Динара Магомедова, Денис Сипайлов, Универньюз. На сегодня это все. Смотри нас каждый день и будь в курсе всех новостей студенческой жизни. До скорых встреч!